Всем привет, ребят! Наша рубрика «Вторая сторона доната», и сегодня мы будем опять забирать базар. Ну, все как обычно на английском сервере, здесь ничего не меняется. К сожалению, баг еще до сих пор действует. Как видите, у меня вот куплено полностью все паки вот эти. Вот было у меня 6 исцелений и 2 на складе. Купил я все паки, и у меня награды все-таки не все пришли. Так, ну что у нас сегодня есть? Продают раскол уже 7-й полным ходом. Уже по 2 талантика, как видите, даже продают. Честно скажу, руны намного круче. Почему, думаю, вы видите. Такие вот рунки 7-е. Ну вот ремки. Бигфут скин по 100, тоже неплохо. Хранителя наконец-то я получил скин. Такие вот паки есть, как видите, огнекрыл уже намного дешевле, 300, а тут за 180 дают. 250 можно собрать, в принципе, плюс 700к кулаков, ребят, 700к дают. Такой пак, но не очень, это на трату. До китайки, короче, далеко им. Так, окей. Поехали, смотрим. Давайте еще разок посмотрим. У нас должно быть по 5 рун. 15 сетов ремки, ребят. 15. 200 тысяч кулачков. 2500 и 25. Поехали, смотрим. 15 ремки, 2000, вот, а там у нас еще с пака было 25, также вот, видите, не хватает мне по 2 руны. За 10 долларов здесь сегодня был такой вот пак исцеления, железная воля и воодушевление, и ложный выпад, ой, не ложный, я не помню, как он. Забыл, короче, как он называется, но херня талант. Ну, за 10 долларов, ребят, сразу по 3. Также за 53 воодушевление 7-х, пакт, рвение. В общем, вот так вот. Такой вот офигенный сегодня. Ну, в принципе, офигенный. Как обычно, топовый рынок. Так, окей. Смотрим, что там у нас добавилось. Так, это можно не забирать. Поехали, у нас сегодня бинго. Ну, расходники дают еще 5. Ребят, 52 сета ремки, и у меня еще на героях за неделю. Там или за чуть-чуть больше, возможно. Так, нам надо еще 3 попытки. А, у нас полный этот, блин, я думаю, что за фигня. Зря только использовал. Ну, забираем плюшки, смотрим, что тут у нас. 10. 20. Ну, блин, падало бы нам так на русском с акцией, как здесь. О, карта архи, это отлично. Это 20 пропусков, офигеть. 30. В кабашку я вообще не хожу еще. Надо будет до нее дойти, заснять видео, рассказать. Ну, честно говоря, на этом сервере кабашка вообще. Это чисто как тестовый сервер. Все, что хочешь, у тебя есть. Ну, неплохо падают плюшки. Там мы опять получили. Так, 20. Неплохо, неплохо с этой акции сыпет, я вам скажу. Ну, еще стиралка. Так, окей, это забрали. Поехали дальше.
Дальше Mystic Gifts. Вот из-за них, кстати, мне не дали. Так, Buy Games and Win Merch. Сейчас посмотрим, что тут такое. Короче, это какая-то ихняя причуда. Ланч. Так, дальше. В общем, здесь неплохие базары. Чего не скажешь о русском. Возможно, это к счастью, что на русском такого нет. Хоть народа играет поболее. Повеселей. Хотя тут тоже вроде народа дохренища, судя по архидемону. Говорят, что архидемон зависит. Как долго его убьет от количества народа. Так здесь просто жесть какая-то творится, честно говоря. Я в шоке. Пару раз дольше все идет. Так, пойдем с Daily and Tweet, поехали. Дальше у нас там Treasure Chest. А, это я вчера не забрал. Так, Treasure Chest, поехали. Ну, 21 попытка. Knight, Dark Knight, Pumpkin Duke, Santa Boom, ничего себе, тыковки отсюда просто сыпятся. Такс, Spent, это мой Lucky Flipper. Так, нифига себе, сколько здесь всего. Интересно, завтра на выходных что будет. Так, 21 попытка. Укротитель. Мне, наверное, со всего здесь надо больше всего это значки почета на данный момент. А так, в принципе... Все таланты, все герои, все, что надо, уже есть. Единственное, питомцев не хватает. Ну, я думаю, это не проблема, обычные питомцы. Их до 26-го довести. Такс. Гарпия даже выпала нам. Так, отлично. Smash and Win. Поехали, посмотрим, что тут у нас интересного. Ничего себе коробку. Так, ну давайте сейчас смотрим еще все ивенты и заберем. Ну, такое вот. Трэш полный. Так, покерматчер, по-моему. Он уже, наверное, все. Или нет? А, мы можем только это открыть попытки. Так, окей. С этим мы разобрались. Такое себе, героев, конечно, нападало немало, но, честно скажу, немножко не то. Девяносто три коробки уже этих. Питомцы хоть нападали, это радует. Так. В принципе, ребят, я вам все показал, что сегодня было. Но реально рынок офигенный. Тут каждый день довозят. Можно собрать все, что хочешь. Но опять же, это все за донат.
и донат не маленький, но хотите играть в кайфе, ни в чем себе не отказывая. Именно на этом сервере вам ничего не мешает это сделать. Да, что-то питомцы. Быстренько, сейчас посмотрим. Да, к сожалению, пока такие сумки не продают обычные, но я думаю, будут продавать обычных питомцев. Так-с. Что у нас тут? Кто-то подрос или нет? Да, подросли. Ну, вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Я уставший сегодня побежал отдыхать. Всем удачи. Всем пока.